Антонина Якушева до сих пор не может прийти в себя. Однажды утром вместе с внучкой она смотрела мультфильмы. Вдруг комод с телевизором опрокинулся на пол, рассказывает очевидица. И потом, также неожиданно, сам встал на место. При этом выдвижные ящики так и остались лежать на полу. Ощущение было, будто, вот знаете, с огромнейшей силой толкнули. И вся техника, которая наверху была, она вот оказалась буквально на расстоянии 2 метра от комода. Ящики все выпали, они все стояли. И он, когда все встало на место. Перепуганная хозяйка квартиры утверждает, комод опрокинул полтергейст. Чтобы подтвердить свою догадку, вызвали экстрасенса. Ипполит Новиков называет себя биоэнерготерапевтом, старожил Пермского уфологического движения. Занимается обнаружением так называемых отрицательных геопатогенных зон, или попросту ищет нехорошие места. Я проверяю геопатогенные зоны. Если где есть, то рамка сходится вот так. Зона у телевизора у биоэнерготерапевта вызвала подозрение. Выяснилось, что в квартире раньше проживала неблагополучная семья. Она и оставила после себя отрицательную энергию, убежден привлеченный к расследованию специалист. Надо чистить. Вот так, третьи руки. Кулак сжмите. До 8 считайте. Сжав со всей силы кулаки, хозяйка квартиры наконец-то успокоилась. Ведь обряд проводил оператор по биолокации, почетный академик Международной академии энергоинформационных наук, космоэнергосуггестолог. Одни только эти регалии должны отпугнуть нечисть.